В управлении Росгвардии по Приморскому краю состоялись учебно-методические сборы пожарной охраны. В течение 3 дней огнеборцы отрабатывали практические навыки владения пожарно-техническим вооружением, средствами спасения и тушения пожара. Мы с нетерпением ждали начала учебно-методических сборов, тщательно и заранее готовились к данному мероприятию. Мы наконец-то можем пообщаться с коллегами вживую, обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения, обменяться опытом, ведь у каждого из нас имеется своя региональная специфика. Участие в данном мероприятии для меня – это уникальная возможность испытать свои силы и выносливость, проверить свою моральную и физическую подготовку к выполнению поставленных задач. Также состоялся конкурс мастерства. Пожарные Росгвардии сдавали ряд нормативов по специальной подготовке. Военнослужащие соревновались в преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа, одевании боевой формы. В рамках учебно-методического сбора будет проведен конкурс на лучший орган управления ведомственной пожарной охраны Восточного округа, где его практическая часть пройдет в городе Артем на базе учебного центра МЧС России. Личный состав покажет свои практические навыки владения пожарно-техническим вооружением, средствами спасения и тушения при пожаре, а также покажет уровень теоретических знаний. Специалисты пожарной охраны Восточного округа Росгвардии успешно справились с испытаниями, продемонстрировав высокий профессионализм и подготовку. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.